Тебе как раз получился, так, мне кажется. Действительно, меня тоже неожиданно, и так и тоже свой род, как-то я воспринимался как какое-то чудо, потому что, в общем, это всегда любой спектакль, это, например, я так сказать, какое-то чудо, какое-то из чего-то из тряпочек, из палочек, из каких-то там, и создается какая-то воображаемая жизнь, и потом эта жизнь как-то вот как-то начинает как-то смешную, какую-то нелепую, может быть, не существует. Жизнь начинает как-то верить, и другие, кто смотрит на это. И я хочу сказать, что прежде всего какие слова глубокой благодарности всем, кто вот, участвовал в этом спектакле, кто помогал в этом спектакле. Потому что я должен сказать, что я вот в долгие годы работал в театре, кино, в театре. И я вам должен сказать, что я успеха такого не имел никогда. Я как вот мог как-то быть полезным и так далее. Прежде всего, я должен сказать, что львиную долю работы провела, конечно, Ирина Владимировна. И я хочу низко поблагодарить ее. Я скромный какой-то вклад сделал, то я еще раз повторяю, что это для меня просто какой-то вместе с нашими, вот вместе с вами, со всеми артистами, уже я считаю, что это не просто студенты, это были просто артисты, настоящие артисты на сцене. Вместе с ними. Низкий вам поклон, за то, что вы сделали. И, кстати, и вас там сердечно говорю, что вы пришли, вы посмотрели, вы поддержали, и вы как-то искренне, были очень доброжелательны, очень были настроены доброжелательны, потому что театр всегда сцена плюс зрительный зал. Если зал молчит, и зал это все чувствуется здесь на сцене, поэтому это не только их спектакль, но это и ваш спектакль.